Победителями этого уникального конкурса стали 10 человек. Это те школьники-дошколята, которые даже в летние каникулы находили время для своего любимого занятия – чтения. Сначала для юных читателей была проведена небольшая викторина, где дети смогли посоревноваться в знании художественных произведений. После этого состоялось награждение победителей. Первое место заняла Айша Габидуллина. За лето она прочитала 45 книг. Надо сказать, девочка увлекается чтением с 4 лет. В этом возрасте в первый раз в библиотеку ее привела мама. Конкурс у книжек «Нет каникул» среди дошколят и школьников планируют сделать традиционным.